Добрый день! Завтра у нас праздник, Всемирный день гармонии, и мы начинаем серию вебинаров по динамическому равновесию, которые принуждают нас заниматься гармонизацией и таким образом достигать гармонии. Итак, завтра мы начнем разбирать сложные ситуации при взаимодействии с людьми в хаотичном обществе и таким образом научимся гармонично комбинировать наши взаимодействия. Проработаем каждую встречу от замысла этой встречи через непосредственный процесс до рефлексии и выводов, которые позволят нам скорректировать ситуацию. Это очень ответственная работа. Вебинары предназначены в основном для тех людей, которые сами работают с людьми, и для них это не просто личное взаимодействие, а необходимость выстраивать свои отношения гармонично. И как раз Всемирный день гармонии, наверное, наиболее подходящее начало для нашей работы. Также по окончании вебинара будет выдан сертификат для тех, кто желает его получить. И я надеюсь видеть среди участников, прежде всего, преподавателей, психологов и других людей гуманитарного труда. Однако, если вы находитесь на руководящей должности в качестве менеджера или управляете какими-то процессами, вам это тоже может быть полезно. Итак, до встречи в эфире.